Каждый исследователь, кто занимается каменным веком, для того, чтобы понимать, что он находит, и логику изготовления орудий, в общем-то, должен уметь раскалывать камень. На стоянках каменного века мы можем встречать уже, по сути дела, готовые артефакты. И для того, чтобы понимать, как это было сделано и для чего это было сделано, нам нужно самим уметь делать такие подобные вещи. Собственно говоря, люди, которые занимаются реконструкцией, это и называется экспериментальная археология. Вот. У каменщика, который занимается раскалыванием, в общем-то, набор орудий, которым он изготовляет реплики, собственно, и приближен, и, собственно, к тем, которым пользовался древний человек. В своем арсенале древний человек, начиная уже со среднего палеолита, использовал как твердые отбойники, так и мягкие отбойники. Твердые отбойники – это камень различных форм, чаще всего это такие гальки, крупнозернистые, различных весов. И мягкие отбойники – это такие роговые отбойники, сделанные из рогов оленя или лося. В чем их отличие, для чего это, собственно, чем они отличаются между собой и для чего они вообще нужны? При нанесении удара каждым отбойником происходит своя закономерная скалывающая. Собственно говоря, древний человек, как и мы сейчас здесь находимся, находил на поверхности гальки, которые в последующем обрабатывал. Использовал он кремень. Использовал это потому, что при скалывании кремень образует острую кромку, которой, собственно говоря, и можно было резать, разделывать мясо, обрабатывать шкуру, производить различные операции для, в общем-то, необходимой ему жизнедеятельности. Гальки, которые, собственно говоря, находил древний человек на поверхности, они соответствуют вот тому же самому. То есть он находил те же самые гальки, что мы сейчас видим, они обладали точно такой же формой, это было все то же самое. Вот. И для того, чтобы сделать из этой гальки необработанной, законченное орудие, нужно было провести цепь операций, начиная от снятия корки до получения конечных орудий. Орудия, если в нижнем палеолите из одного желвака получали одно орудие, то, начиная со среднего палеолита, уже из одного желвака начали делать заготовки, там и две, и более, с которых, в общем-то, можно было снимать определенное количество сколов, обладающих нужными его характеристиками. Это была такая вводная часть. Когда мы берем орудие, древний человек, когда берет орудие, стоит задача по его обработке. Вот первое, что здесь нужно сделать, это убрать корку и получить определенную форму. Для изготовления бифасов, которых рубил, чопперов, для чопперов было достаточно нанести один скол, и мы получаем уже острую кромку, которую в последующем можем, собственно говоря, пользоваться, не прилагая особых усилий. Вот. Собственно, давайте начнем.
если у нас, значит, орудие крупное, то мы первыми отбойниками, которыми начинаем пользоваться, они будут достаточно крупные, иметь больший вес для того, чтобы иметь возможность составить, в общем-то, такую скалывающую. Форма, которую вижу я, который видел древний человек, который нужно получить, это, грубо говоря, такой овал. Овал после, собственно говоря, того, как уберется вся эта желвачная корка. Но кремень создает еще и свои нюансы, которым древний человек, собственно говоря, следовал и обрабатывал уже кремень, исходя из всего этого. Это могут быть различные либо включения, либо трещины. Уральский кремень, он отличается тем, что от донского, например, он более вязкий, и для того, чтобы сделать скол, нужно приложить больше усилий. Свои нюансы еще могут быть в том, что здесь могут быть трещины, которые могут проходить по всему желваку, и как бы эта трещина и будет нам диктовать свои условия для того, чтобы мы могли сколоть ту или иную форму. Мы, конечно, попытались здесь найти, посмотреть желваки, которые удовлетворяют нашим интересам, которые на первый взгляд не имеют никаких трещин, которые нам не помешают изготовить, в общем-то, то орудие, которое мы желаем. Так, мы берем крупный отбойник, и моя первая задача – это сколоть желвачную корку. Собственно говоря, удары наносятся всегда под острым углом. Тупой угол, в общем-то, не даст результатов. И поэтому на поверхности я ищу вот далее, на этом угловатой гальке, ищу именно такие поверхности, с которых я и могу, по которым могу наносить удары, не подготавливая ударную площадку. Мы делаем первый скол, и мы уже видим, что у нас желвак, в общем-то, пронизан трещиной. Эта трещина создаст определенные нюансы для изготовления орудия, и она уже дала залом, который нам будет мешать получить ту форму, которую мы хотим. Но, в принципе, бывают такие желваки, крепко спаянные, и подобные трещины, они не оказывают никакого влияния на изготовление. Но тут вот все-таки залом произошел, соответственно, он будет нам диктовать свои условия, и лучше бы всего для последующих операций мне, во-первых, учитывать это, во-вторых, мне его удалить, вот эту часть, тем более она не такая уж и большая. Пока то, что я вижу, тот овал, который я вижу, это вот что-то типа вот такого вот. Сейчас моя задача избавиться от вот этой вот части. Я, кстати, вижу еще одну трещину. Видите, один удар и все, он прошел. Если бы мы попытались сделать орудие, не учитывая этих нюансов, то на определенном этапе, уже, допустим, даже ближе к финалу, он бы дал свои нюансы, он бы мог сколоться, и наше орудие, оно просто бы... В общем-то, орудие бы и не получилось. Вот. Дальше я вижу еще один скол. Вот, пожалуйста.
Я провожу подобную вот операцию, затираю площадку, во-первых, для того, чтобы не ранить руки. Во-первых, мне на данном этапе острая кромка не нужна. Вот. Но при этом я держу в руках орудие в различном положении и могу элементарно порезаться. Мне острая кромка нужна будет только на финальных стадиях изготовления орудия. Мы видим острые углы. Это одна из задач, то есть сохраняем руки. Вторая — это я увожу площадку, по которой буду наносить удар. То есть если остается острый крутой карниз, то при ударе будет снесен сам карниз, не дав мне нужный скол, который я, собственно, держу у себя в голове. Вот у меня задача избавиться еще вот от вот такого нюанса. Мы от этого избавились. Вот еще дальше по скалывающей прошел. Так, следующая курка – это вот с этой стороны. В общем-то, камень в руках должен держаться крепко, и все вот эти грани, они могут элементарно порезать мою руку, и я автоматически могу делать не сильный удар элементарно в технике безопасности, чтобы сберечь свою руку. Но мне всегда нужен удар конкретной силы, достаточно большой силы, несмотря на то, что порежу я руку или нет. Соответственно, я грани эти все равно затупливаю. Следующая задача моя – это убрать вот эту вот часть корки. По движениям, которые, собственно говоря, производятся по камню. Если это будет достаточно крупный желвак, который я не смогу удержать в руке, то операция проходит вот на ноге. Ну, это достаточно бывают крупные гальки. Вот. И нога тоже дает амортизацию и тоже участвует в скалывании. В том плане, то, что она дает именно то направление и скола, которое, в общем-то, мне нужно получить. В руке, когда я держу достаточно крепко этот камень, чтобы при ударе фактически сохранялось его положение. Это касается, что я держу, каким образом я держу сам камень. Отбойник, с которым я работаю, всегда, по сути дела, летит по своей траектории, увеличивая силу удара под своим весом. Я не работаю им как молотком. Это не принуждение. Я его, грубо говоря, держу. Держу его в своем полете и ускоряю. Еще нюанс. Для того, чтобы получить удар там, где я хочу, чтобы удар пошел по этой трещине, мне нужно сделать так, чтобы он с этой площадки не соскользнул. Для этого я немножко его подбиваю. Тут образуется пыль, которая, собственно, не даст соскользнуть камню, и пойдет удар, пойдет скол, именно тот, который я хочу. Все.
это был нанесен слишком... Хотя я и наносил сюда удар, чтобы вот снести вот эту часть. Но видите, из-за того, что здесь был скол, пошла уже не там, где я хотел. И снесла достаточно такую серьезную площадку. Так, но, тем не менее, из этого мы попытаемся что-то сделать. Еще характерная особенность выходов нашего кремня в том, что у нас не такие уж и большие гальки для того, чтобы можно было с ним работать. Тот же самый донской кремень — это достаточно такие массивные гальки, которые дают возможность на ошибки. В этом случае, помимо того, что он небольших размеров, колется он очень вязкий для того, чтобы его скалывать. Вот. Он не дает фактически ошибок. Не давать ошибок — это значит, нужно каждую ударную площадку обрабатывать фактически перед каждым ударом. То есть готовить. Подготовка заключается как раз вот в том, что происходит затирка ударной площадки. Если я нанесу сюда удар, то, в общем-то, он опять уйдет. У меня остается та же самая проблема. Вот эта корка еще и здесь. Вот. В принципе, здесь мне нужно, чтобы скол сошел тонкий. Твердый отбойник всегда даст массивный скол. Здесь мне нужно работать аккуратно. Для этого уже можно использовать роговой отбойник. Вообще у специалистов, которые занимаются расщеплением камня, на самом деле большой набор роговых отбойников, отличающихся по своему как весу, так и его свойствам, свойства его твердости. И зная принципы именно скалывания, уже человек использует тот или иной инструмент. Так. Сейчас, по сути дела, мне нужно нанести удар вот именно в таком положении, и вот сюда, чтобы волна пошла сюда. Если я буду держать вот так, то волна не пойдет так глубоко, как мне нужно. Так, ну вот,
получился скол и залом. Хотя и сырье вполне здесь нормальное. В последующем вот эти вот заломы мне нужно будет снимать. И опять он уперся в залом. Так, залом как раз образуется на месте трещины. И эта трещина нам не даст ничего с ним сделать. Ну, на данной гальке я вам, в общем-то, покажу принцип снятия именно желвачной корки. Дальше у меня уже есть подготовленный кремень, с которого уже снята корка и с которым уже можно будет работать дальше. Так. Так, моя задача снять вот эту вот корку, удар, и по-хорошему, чтобы скол вот прошел это, но эту часть. Но я боюсь, он где-то здесь остановится. Идет, собственно говоря, разрушение площадки, неудачные удары. И вот этот край, он начинает разрушаться. Для того, чтобы дальше этот скол, мне все-таки снять этот скол, мне придется наносить удар не близко к краю, куда я нанес несколько ударов. И они, собственно говоря, разрушили эту часть. Мне нужно будет забирать немного больше. Посмотрим, как это получится. Нет, продолжает рушиться. Да, и тут тоже разрушение. Вот эта вот часть мне совсем не нужна. И тут у нас все разрушено. Так, попробуем здесь. Вот прошел скол, снял. Рушит. И все равно у нас остается только эта площадка. По сути дела, нужно брать больше. Дальше удар наносить. Чем-то изготовление орудий – это, по сути дела, борьба за кромку при тех условиях, которые нам выставляет само сырье. То есть те же самые трещины, они нам диктуют свои условия. Плюс неудачные удары.
Так, по сути дела, здесь уже не остается мест для ударов, таких быстрых и показательных. В принципе, можно тяжелым отбойником нанести на определенные участки, попытаться снять массивные сколы. Но, во-первых, это будет не быстро и не будет понятен, какой будет результат. Но задача стояла, вот, собственно, стоит до сих пор, вот, снять вот эту вот часть. Но я не вижу здесь таких площадок, которые бы этому поспособствовали. Собственно говоря, на этом желваке мы получили пример, как можно избавляться от той самой желвачной корки. Следующий этап, который должен был бы у нас получиться, это вот что-то вот типа такой заготовки. Вот, во-первых, чем она отличается от вот того, с чем я работал? Во-первых, она массивнее. Вот. На этом этапе мне мешал вот эта часть. Одним ударом, выполненным вот в эту часть, я снимаю достаточно крупный скол. И у меня уже получается достаточно приличная заготовка для того, чтобы я мог получить бифаз, уже более-менее ли показательный. Грубо говоря, если вот с этим бифасом, с этой заготовкой потрудиться и нанести нужный удар в правильное место, то мы получили бы вот невероятно, но вот что-то вот типа такого большого скола, вот, который решил бы нам очень много проблем. Вот, но это нужно над ним еще постараться. При всем при этом, если бы я даже снял здесь корки, сам по себе этот желвак, он уже достаточно небольшого размера. И суть моей дальнейшей работы – это его утоньшение. В итоге я бы получил, ну, пожалуй, что-то типа вот этого. На этом этапе стоит дальнейшая задача, это при сохранении кромки прямой, прямого края, продолжать его утоньшать. И выравнивать кромку. Здесь вот что я вижу на этом камне. Во-первых, у меня есть здесь проблема. Это вот эта вот трещина. Непонятно, как она даст, как она себя в дальнейшем поведет. В общем-то, по ней может быть все и закончится. Вот. Задача у меня еще стоит сформировать вот эту грань. Вот. Для этого я должен снести вот эту вот часть. Но, учитывая прошлый опыт, буду я это делать аккуратненько. Тщательно подготавливая ударную площадку. Если ударную площадку не подготовить или сделать недолжным образом, то, в общем-то, скол пойдет не так, как задумывалось. У меня сейчас вот нужно снести вот эту часть. Посмотрим. Нет, я все-таки твердым. Вот видите, я перебираю отбойники, я ищу тот самый вес, который я интуитивно предполагаю, который снесет вот этот карниз. Грубо говоря, подкидываю и понимаю, что мне нужно по итогу. Потом подбирается, помимо всего прочего, сторона, с которой я буду наносить удар.
То есть я его кручу в руках и смотрю, чем я буду наносить удар, какой удар пройдет. К слову сказать, и сам отбойник трещиноватый, и бывает так, что и сами отбойники рушатся. Так, сейчас я прижимаю камень к ноге для того, чтобы пустить скалывающую. Нет, я наношу одну еду. Так, прижимаю к ноге для того, чтобы ударная волна была максимально длинная, и у меня получился нужный мне скол. Если я этого делать не буду, то ударная волна будет достаточно короткой, она снесет вот просто вот эту вот выпуклую часть. Я бы хотел, чтобы она еще и прошла насквозь. Не насквозь, а вот как можно подальше. При всем этом скалываются достаточно длинные пластины, которые можно, в принципе, уже использовать для той же самой резки кожи. Это даже не пластины, а пластинчатые сколы. Сейчас я вижу ребро, и вдоль этого ребра я хочу нанести удар. Для того, чтобы он был максимально длинным, мне нужно нанести это мягким отбойником роговым. У меня еще остается здесь ударная площадка, с которой я могу утоньшать постепенно свою заготовку. Прямой край я вижу именно вот по этой части. Вот как-то так должно проходить. Соответственно, я постепенно должен ее утоньшать. Удар пришелся не туда. Здесь у нас получился достаточно большой карниз. В принципе, он нам ничего не загубил. Форма будет вся та же самая. У меня сейчас задача стоит просто избавиться от этого карниза. Я могу это сделать уже твердыми отбойниками. Избавляюсь от карниза.
Так, нет, отбойник не пробьет. Надо потяжелее, поменьше. Угу. Это я вот его кручу, я понимаю, как нанести удар. То есть я смотрю его кинематику, предполагая, как может повести себя трещина при том или ином ударе. Собственно говоря, таким же образом и подбирается камень. Он подбирается на ощупь, он должен легко держаться у меня в руке. Я должен чувствовать себя с ним достаточно уверенно. Вот. Мне сейчас нужно будет сделать достаточно сложный скол. Мне нужно, во-первых, снести вот эту вот часть. Не знаю. Вот. Для этого это нужно нанести удар вот сюда. Чтобы нанести удар, собственно говоря, в эту часть, нужно будет нанести это как можно сделать, грубо говоря, единственный и правильный удар. Насколько у меня хорошо это получится, я не знаю. Вот, роговым отбойником это не пройдет. Можно получить, конечно, серию мелких сколов и потом подработать, но, в принципе, можно и таким ударом. Я создаю вот тем самым ударную площадку, я ее расширяю, увеличиваю возможность нанести правильный удар. Нет, рушу. Площадка рушится, скола не происходит. Попыток не теряем. Так, ну, скол прошел, но не такой, как я немножко хотел. И, собственно говоря, для того, чтобы получить те самые удары, которые мне нужны, у меня должен быть всегда отбойник, в котором я уверен. Он должен обладать определенными характеристиками, которые меня устраивают. Просто так взять с берега реки гальку, не зная ее, как она себя поведет, ее вес, как она будет крошиться, можно получить соответствующие результаты. Быть неуверенным, грубо говоря, в результатах. Вот в данном случае мы набрали как бы вот с ближайшего выхода. Она еще не так хорошо сработана, эта галька, и не так хорошо цепляет. Вот. Я в этой гальке не уверен на 100%. Вот, допустим, я уверен полностью вот в этой гальке. Я ее использовал уже достаточно долго. У нее появился характерный ленточный так называемый износ. То есть, когда по этому камню наносится много ударов, он получает свои тоже разрушения и образуются такие следы. Поэтому отбойники, по сути дела, хорошо сработанные, они такие круглые и имеют характерную звездчатую выкрашенность. Вот. Специалист, который раскалывает кремень, он всегда носит с собой, в общем-то, ему нужные камни, с которыми он достаточно долго работает. В
которых он уверен и которыми он может нанести тот удар, от которого получит прогнозируемые результаты. Вот. Но, к сожалению, вот этот отбойник, хоть я с ним и долго работаю, но он меня не устраивает в том плане, то, что у него слишком большой вес. Мне нужен вес несколько меньше, но, к сожалению, у меня нету таких отбойников, которые, в общем-то, сделают тот удар, который мне нужен. По сути дела, ударная площадка у отбойника, она должна быть круглой, без всяких выпуклостей. Круглый отбойник, он не дает ошибок. Вы можете нанести любым участком, и вы всегда нанесете, по сути дела, участком, обладающими своими нужными характеристиками. Это полукруглая такая плоскость. Вот. И фактически это будет всегда один и тот же удар. Вот. У меня сейчас такая ситуация, то, что у меня есть только что взятый с берега, с обнажения галька. Вот. Но у нее достаточная мне для обладающая своими характеристиками по весу, но не по форме. Вот. Соответственно, могут быть свои нюансы. И в данном случае я сейчас работаю над выведением кромки на, в общем-то, правильную траекторию. То есть мне ее нужно сдвинуть вот сюда. Соответственно, удары я буду наносить вот с этой стороны. Ну вот подобные пластины должны уходить. Вот у меня еще здесь есть свои нюансы, есть вот такая вот поверхность от трещины. То есть мне ее при работе с ним тоже нужно учитывать, как она себя поведет. Большая закатка. Можно, конечно, изменить силу удара тем, что поменять немножко направление от прямого, грубо говоря, разрушающего, до немножко кривого. То есть поменяв положение камня, немножко уменьшаем силу удара. Thank you.
собственно говоря, обрабатывая таким образом, выводя кромку по ровному участку, мы все равно придем к его конечной форме с определенными параметрами. То есть вот вы видели, насколько это был массивный скол, и даже после вот всех операций по его утоньшению мы получим достаточно небольшое орудие. Я сейчас не буду проводить полную цепочку операций, я покажу конечный вариант, что в итоге у нас получается после вот подобных серий сколов. В итоге мы получаем вот такие вот орудия, это бифасы. Их уже можно было использовать по своим каким-то там им нужным назначениям. То есть можно было и рубить, и резать, вот, и даже в качестве мотыги его тоже использовать. Это что касается производства одного орудия из желвака. Еще одной задачей у древнего человека стояло производство множества заготовок, из которых в последующем можно было делать все, что угодно. И для этого, собственно, служила такая универсальная вещь, как нуклеус, с которого можно было скалывать достаточно много пластин однотипных, обладающих своими характеристиками. Вот здесь, собственно говоря, представлены археологический материал, который был собран на поверхности памятника. Это те самые нуклеусы, это археологический материал, это вещи, сделанные древним человеком. Вот. Они его, эти нуклеусы, подгоняли под одну форму. Для них нужны были вот эти грани. То есть скол можно получить нужной, правильной формы, нужной им формы, только нанося удары вдоль этих граней. Так, и я, конечно, попытался подготовить заготовку нуклеуса. Здесь с ним можно еще подработать, но, в принципе, у него уже есть ударная площадка, по которой будет наноситься удар, и у него есть, собственно говоря, та самая грань. Мы видим древние артефакты, и мы видим вещи, сделанные современным человеком, попытаясь, в общем-то, понять, а что делал древний человек. Для того, чтобы удар сошел так, как мне нужно, мне опять же нужно подработать ударную площадку. Если я ее не подготовлю, то, соответственно, я могу получить непредсказуемый результат. Для этого я наношу соответствующие удары. Да, и она сошла. Вот, когда я начал снимать кромку, собственно говоря, немножко разрушилась ударная площадка. В принципе, есть вариант ее подновить. Для этого нужно нанести, собственно говоря, сюда скол, сюда удар, чтобы получить вот такой скол и, соответственно, нужную мне ударную площадку. Я попытаюсь сначала снять именно с такой разрушенной площадки скол. Хотя, я думаю, опытный специалист бы этого не делал. Так, если я хочу, чтобы скол прошел полностью по ребру, мне нужно нанести удар мягким отбойником. Если это я сделаю твердым отбойником, я получу
сильную короткую волну, которая может зайти, в общем-то, возьмет глубоко и недалеко, не по всему сколу. Да, вот не дают. Еще одна особенность, кстати, отбойника, он должен обладать хорошей абразивностью. То есть это не просто гладкая галька, это галька с шершавой поверхностью, которая будет цепляться и сносить мелкие создавая мелкие сколы. Да, и уже и тут разрушено. Так, пока я шлифовал, я полностью разрушил вообще площадку. Теперь у меня остается только край я не могу пробить, потому что всегда нужно бить наиболее близко к краю. Вот, здесь край уже разрушен. Если я не хочу ничего переоформлять, то я должен нанести удар подальше от края нуклеуса. В принципе, бывает так, что мы находим на памятниках нуклеусы, и вроде бы казалось, вот у него все поверхности, вот бери и скалывай, возникает вопрос, а почему он оказался в земле, почему его выкинули, почему его не сработали, что их не устроило? Учитывая тот факт, что здесь большие выходы сырья, вот, и возможности для ошибок большие, они могли его просто выкинуть и взять другой камень, взять другой желвак, обработать и продолжить просто изготавливать пластины, которые их интересуют. Наношу удар. И выкрашивается отбойник. Этот слишком твердый. Так, ну вот он хоть и прошел, и, собственно говоря, он, конечно, слишком массивный. Вот. Прошел полностью, но все равно это не получилась пластина. Хотя уже с этого можно изготавливать любые изделия, которые ему нужны будут. Он обладает острым режущим краем, который можно использовать. В процессе использования этого орудия этот край будет затупливаться. Но это ведь не металлический нож, который можно взять и подточить. Каким образом, возникает вопрос, каким образом они его приостряли? Они создавали ретушь. Так, для этого, в принципе, можно использовать... Опа, ходить нельзя, да? Можно вот этот отбойник? Используя вот эту вот часть рога, наносить ту же самую ретушь. Собственно говоря, произведя подобную операцию, режущая кромка приостряется. Thank you.